Привет, дорогие друзья! Как вы можете заметить, сегодня я буду работать на вот такой вот электричке под названием Эдем-4М. Ребята, я думаю, все знают этот поезд, он у меня очень так часто появляется в роликах. Сегодня я буду на нем работать, мне уже выдали все вещи для того, чтобы я ездил. Дали телефон, ну это мой телефон, всегда я его беру с собой. И рацию, ну вот это сеночно, до ночи я буду работать. Ну, монетки и деньги. Ну, просто чисто это мои деньги. И вот мне все дали, типа сказали, все, иди нафиг, работай там. Я уже задолбался на дежурном, иди работай лучше на вот такой Эдем-4М. Мы уже работали, ребята, на электричке, на ЧМ, но мы не работали на Эдем-4М. Хотя Эдем-4М это тоже электричка, но мы работали на другой электричке. А сегодня мы поработаем на вот таком вот Эдем-4М. Уж, ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики. Но мы начинаем. Ну что ж, ребята, давайте же сядем в мой Эдем-4М. Давайте сядем в него. Так, о май гад, смотрите, как здесь. Тут у нас все уже готовенько. Давайте сейчас все врубаем. Так, на кнопочки. Угу, так, все подрубаем, чтобы... Так. Все, ребята, нажал. Давайте теперь заводить его. Так, включаем нейтралку. Да, вот нажал. И заводим. Так. Сейчас мы отправимся. О, ребята, поехали, я вижу уже. Все, ребята, газуем. Хотя нам не надо быстро так разгонять, потому что можем мы заметить то, что там уже станция. Но мы будем немного разгонять, чтобы быстрее приехать. Все, пусть едет так медленно. Едет. Нам не надо тут так быстро разгоняться, но я буду прибавлять, чтобы мне не жаловались. Во, как мы хорошо так разогнали сейчас. Во, хорошо. Так, берем. Сейчас будем нажимать. Так, уже нажимаем. Раз. Так, едем. Мы уже подъезжаем к станции. Мне кажется, он какой-то неровный этот поезд. Так, сейчас, стоп. Стоп! Мы сейчас... Он не останавливается! Стой! Вылези! Стой! Ребята, он не останавливается. Стой! Стой, я тебе говорю, Он просто не останавливается! Стоять! Остановись! Ребята, он не останавливается. Стой! Фух, остановились, можно вылезти. Ну, конечно, не на платформе, но как-то так мы остановились. Ну, пусть тут будет, я не знаю. Ну, ребята, я как мог останавливаться, он вообще не останавливался. Ну, тут только немного людей. Ну, вот здесь придется им ходить, вот так вот, оп, все залезли. Тогда, оп, во. А здесь так круто. О, ребята, мы вот здесь работали. Кто помнит? Давайте перейдем в следующий вагончик, проверяем все. И, о, и вот... Мое место. Так, ладно, давайте сейчас постоим немножко. Пока что давайте, не знаю, что сделаем. Давайте на этом моменте поставим лайк, подпишемся на канал, нажмем на колокольчик. Это обязательно нужно делать. Потому что если мы не будем это делать, то... Короче, если вы этого не сделаете, то я вас ночью заберу, схвачу за ногу, и вы будете бесконечно гладить рыжую. Во. Вот такое у вас будет награда. Так что быстрее лучше подписывайтесь. Да. Ладно, думаю, можно отправляться. Давай. Во, поехали. Ё-моё, ребята, дождь пошел. Ладно, поехали. Поехали. Так, сегодня у нас не так уж и много, в принципе, станций.
Давай. Разгоняйся. Все, ребята, мы отправляемся. Так, все, ребята, лучше сейчас притормаживать. Мы сейчас едем. Сейчас мы вот доедем немножечко до этого и будем притормаживать уже. Все, думаю, можно. Ой, тут переезд не закрытый, ё-моё. Вот видите, включились. Ой-ой-ой. Тормозим. Не понял. Едь. Не понял. Ребята, он не едет. Он встрял. Ядрен под... Ребята, он не на рельсах, смотрите. Ядрен батон, что случилось? ДМ4М. Ребята, походу, ДМ4М сломался. Ядрен батон. Так. Сейчас еще вроде никто не пришел. Может, закрыт переезд, надо сказать хоть. Алло, здравствуйте. Здравствуй, что ты едешь? Нет. В смысле, ты не едешь? Я в прямом смысле, я завожу, он просто взял и в рельсы прямо вот. Не просто стоит на них, он просто в них... Прям вот эти вот ваши... Из дерева вот эти, которые... Я не знаю, что это из этого, она, с чего она сделана. Прям туда втыкнулся и не едет. Ядрён, батон. Ну, что сказать, твоя работа окончена. Я тебе... Блин, придется дорогу чинить. Ну вот придется, походу. Ладно, давайте. Ребята, походу все, смотрите. ЭДМ-4М сломался. О май гад. Просто сломался. Подождите, может... Может, я попробую назад поехать? Во. Или я только вперед? Не, ребят, он не едет. Все, ему конец. Давайте хоть зайдем, что ли. Ладно, ребят, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мы сегодня вообще только две проехали. Ну, в общем, до третьей доехали. В общем, ребят, зайдите, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Увидимся с вами в следующих роликах. Желаю всем удачи. А пока что всем пока.